Здравствуйте, фанаты сталкера Зов Припяти. И в такой мрачной ночной обстановке сегодня я хочу рассказать о ночных монстрах. Хоть по ночам все монстры особо опасны, но эти сами по себе еще и ночные. Такие как химера, такие как снорки, кровососы и псипсы. И значит, я расскажу о них и, собственно, расскажу, как их убить. И, пожалуй, наверное, начну я со снорков, так как считаю их самыми слабыми. Не буду показывать, как я их убиваю ночью, но учтем то, что ночью это делать намного сложнее, чем днем. Итак, собственно, начнем. Возьму в руки обычный чейзер 13, не улучшенный. Я, как всегда, в говно броне. Против меня, собственно, легкий по уровню снорк. Ну, то есть, не легкий, а сам по себе он слабый. Вот, слишком легко это оказалось, поэтому я взял сильного. Сильный оказался немножко попрыгучее. Но все равно убить его проблем нету никаких. Собственно, снорки, их можно часто заметить, найти где-нибудь в открытой местности. И убить их несложно, но дело в том, что не в этом ихняя сложность. Сложность ихняя в том, что чаще всего их не одна штука, а штуки 2-3. Обычно они ходят группами и нападают группами. Вот, и что самое страшное, то что обычно места, где они обитают, это какие-нибудь пещеры или темные места очень, да, и обычно, если он нападет ночью, то он становится намного страшнее, чем многие другие монстры, потому что прыгает он из темноты в темноту, и часто получается так, что ты даже не видишь, откуда он на тебя прыгает. В принципе, какая тактика борьбы с этими монстрами? Тактика очень простая. Нужно от них просто уворачиваться. Чаще всего нужно двигаться назад и в бок. И тогда получается, что они как бы прыгают мимо. Всегда смотреть нужно на них. Также ж видно, что перед тем, как прыгать, он немножко подготавливается к прыжку, это можно заметить, а также он рычит, когда прыгает. И в этот момент еще можно немножко прыгнуть. Немножко. Делаешь бок, прыжок и отпрыгиваешь от его прыжков. В принципе, это несложно. Их даже, как видно, с неулучшенного, укороченного автомата Калашникова, да, с вот этого, в принципе, вполне реально побеждать. Ну да, конечно, когда они попадают, все-таки очень неприятно и могут убить, поэтому без аптечек будет сложно. Также ж очень большая сложность этих снорков в том, что когда я их видел, да, в первый раз их, кто помнит, в этой же локации можно встретить, там такие вот туннельные места, и они из темноты выпрыгивают, что в принципе сложно, но это вполне можно пройти даже на тяжелом уровне сложности и даже с таким вот конченным автоматом, но лучше все-таки с дробашом. Вот, а второй вариант — это когда идешь в Припять, да, и идешь с группой других сталкеров, напарников, и в этот момент очень сложно, потому что они нападают не так на меня, как на моих союзников, и убивают их, потому что если я знаю, что нужно от них отпрыгивать, то союзники, увы, этого не знают и чаще всего умирают. И для тех, кто хочет, кстати, вот проверяю кровоточение, да, они пробили на меня кровоточение, убьет ли оно меня или нет. Потому что у меня, например, нету ни аптечек, ни бинтов. Вот, так что если идешь воевать с норками, то бери аптечки. Другой момент, конечно, вот, ночной. Ночью эти монстры намного опаснее, но так как у меня в руках улучшенный отбойник, я, конечно,
побеждаю крайне сильно. Но зато заметьте атмосферу, да, когда они нападают. Мало того, что дождь, ночь, плохо видно. Но, в принципе, это реально. Действовать нужно так же самое, как и я показывал без ночи. То есть постоянно двигаться, постоянно двигаться. Иначе они тебя просто убьют. Двоих сильных снорков я только что убил. Не проблема. Но будьте осторожны, возможно, где-то есть еще снорки. Не самый опасный противник, но, как я уже говорил, он опасный тем, что всегда убивает на союзников. Хотя, здесь бы они тоже меня, наверное, очень сильно помучили, но, увы, у меня очень крутой ствол. Им этот ствол не по зубам. Вот, возьмем Чейзер 13 и возьмем следующего противника. Я уже множество раз его показывал. Это никто иной, как Кровосос. Я сделал выстрел вверх, да, в надежде, что он на меня отвлечется, но, увы, у него планы убить других сталкеров, с чем он неплохо справляется. Тоже очень опасный, тоже, в принципе, очень быстро убивает союзников. Это сильный кровосос, их, да, их несколько штук разновидностей, и да, сильный, на самом деле, опасный. Он очень быстро убивает. Это не слабенькие, но... В принципе, тактика против них такая же, как и против слабых. Единственное, конечно, что... Пробивает он очень сильно и кидает сразу же второго уровня кровоточения. От него, в принципе, как и от снорков, также ж нужно отпрыгивать в бок. И также ж очень важно слышать его передвижение. Но, увы, очень опасный противник, даже днем. Иногда бывает, его можно немножко обхитрить. Какое у него поведение у этого кровососа, у этого монстра? Поведение у него такое, что чаще всего он пытается... Ну, тут ему не очень повезло. Чаще всего он пытается оббежать меня сзади. Так что, если ты бежишь вперед, либо бежишь спиной, то знай, что если ты повернешься, этот кровосос будет сзади тебя. Это, кстати, легко можно понять по звуку. Он всегда, вот, видно по повадкам, пытается забежать сзади. Вот такой вот он, рога. Вот, в принципе, я, может быть, здесь не совсем правильно все показываю, но зато пытаюсь правильно объяснить. Дело в том, что да, я, бывает, не совсем удачно от него отпрыгиваю. Но это такой противник очень сложный. Тут можно победить, а можно и нет. 50 на 50. Вот, вроде бы удачно отскочил от него. Также ж нужно перед собой частенько вилять оружие влево-вправо и смотреть по подсветке прицела. Если он становится красненьким, то, в принципе, с дробовика ничего не имеет сложности примерно в ту сторону выстрелить. И так как дробь с дробовика поражает еще и рядом места, то, в принципе, проблем нет. И запомните, пожалуйста, когда он пытается оббежать вас, слева или справа, то отпрыгивайте в противоположную сторону. Как было здесь видно, ну, опять же таки, не всегда получается. Вот, я, кстати, бегу к нему, поворачиваюсь, он сзади меня должен быть. Нужно почаще вводить, как я уже говорил, прицел влево-вправо, чтобы обнаружить его местоположение. Вот я только что увидел, что он где-то там. Правда, побежал не в ту сторону, но резко успел увернуться от его атаки. Главное, очень важно очень слушать. Я по звуку определяю, где он находится. Если он бежит... Вот я опять неправильно поступил. Одна малейшая ошибка, и он меня убивает. Ну, мне, кстати, повезло, и он меня не убил.
он движется вправо, значит я двигаюсь влево. Вот прыжок влево нужно сделать, я сделал, по-моему. Либо просто отбежал. Он снова справа, я по звуку слышу. Но не успел отпрыгнуть нормально, и поэтому споймал его. Опять он справа. Я его по звуку определил и убил. Слегка мешают мне эти монстры. Но Чейзер 13 знает, что с ними делать. Будем пробовать еще и еще. Все равно видно, да, что противник крайне опасный. Может очень быстро убить. Двигаемся вправо, вправо. Не успел отпрыгнуть и вот. Неудача, споймал удар. А вообще его реально убить даже с пистолета. Главное все правильно отпрыгивать. Сохраниться перед этим, конечно, и отпрыгивать можно его без аптечек, без ничего. Простым прыгиванием, прыганием, как я прыгал от снорков, так можно прыгать и от этого кровососа. Как видно, с автомата немножко сложнее, да, потому что цель чаще всего бежит примерно справа или слева, да, не бежит прямо на меня, поэтому попасть в нее сложно. Постоянно виляет, но это все равно реально. Главное двигаться в бок и назад. Не стоять на месте, в общем. Если стоишь на месте, то чаще всего просто погибнешь в первые несколько секунд. Что, конечно, усложняет те моменты, когда некуда, собственно, бежать. Есть первая миссия, да, на убийство кровососов. И дело в том, что там эти кровососы живут в здании. Вот. И в здании их убить крайне сложно. Возможно, есть вариант встать в угол и отстреливаться, но надо, наверное, хороший дробовик, чтобы это сделать. Но, как по мне, все-таки лучше двигаться. Хоть и в здании, как я уже говорил, это сделать крайне сложно. А лучше еще иметь неплохую броню, потому что в плохой броне, как видно здесь, да, убивают крайне быстро. Особенно сильные кровососы. Не помню, правда, какой кровосос сильный или слабый по квесту идет. Но знаю точно, что суть это сильно не меняет. Если не знаешь, как его убить. Вот как я классно вообще от него отпрыгнул просто. По звуку он справа, пытаюсь отпрыгнуть, ну, неудачно. Тут надо немножко придрочиться. Я, может, зря показываю такие видюшки, где у меня ничего не получается. С другой стороны, на ошибках других можно учиться. Я здесь выжил только потому, что, ну, по-моему, провязал аптечку немножко раньше, чем он на меня накинулся. И аптечка меня просто спасла. Вот, я опять отпрыгиваю. Два раза удачно отпрыгнул, но кровосос был очень настойчив. Здесь я хорошо отошел от него. Здесь вообще классно увернулся. Вот наблюдайте за моим движением и запоминайте. Вот там, где я реально не получаю урон, это будет для вас полезным. Там, где, конечно, я дохну, это другое дело. Так, отпрыгиваем, отпрыгиваем. Перезарядка немножко не вовремя. Отлично. Можно считать этот бой удачным. Хоть и сложным.
Но, как я уже говорил, особо опасны кровососы именно по ночам. Потому что мало того, что он невидим, так еще и... Еще и темно. Плюс, естественно, ситуация сейчас крайне опасная для меня, потому что дождь, и я не слышу, откуда он бежит. Я не слышу его рычания. Высокая трава также сильно меня путает, все карты. Все мои преимущества. Единственное остается, это, конечно, светящиеся глаза, которые сильно выдают кровососа. Во-вторых, конечно, остается все-таки прицел, которым я могу пользоваться. Когда он красненький, то я могу стрелять. Вот. Второй, третий тип животных – это пси-псы. И хоть я его так вот быстро убил, это ничего не означает. Это все равно очень опасные противники. Во-первых, да, я только что воевал с пси-псом, который в одном экземпляре, то есть против одного пси-пса. Вот он, пси-пес. Он наплодит еще нескольких фантомов, которые умирают с одного выстрела. Но, боюсь, они появляются еще и еще. Тут очень важно найти оригинал. Я знаю, где оригинал, вот он. Я его вычислил по тем причинам, потому что он не умирает с одного выстрела, это раз. А значит, это оригинал. А во-вторых, он никогда не нападает прямо. Если фантомы бегут на меня, вот, то оригинал всегда пытается отбежать меня сбоку. Кстати, как видно, фантомы тоже меня бьют. То есть нельзя вот так вот игнорировать фантомы и убивать при этом оригинал. Вот это, видно было, оригинал двигается всегда боком. А он, оригинал тоже нападает, но чаще всего пытается, как кровосос, обойти сзади. Тут, наверное, на всех моих видео, что я покажу, этого всего не видно, но бывает как-то интуитивно замечаешь не то поведение противника, и если смышленый и быстро реагируешь, то, в принципе, вполне реально найти все-таки правильную цель и убить ее. Во-вторых, иногда бывает важно заметить сразу, откуда летят фантомы. Их видно, они, во-первых, появляются ниоткуда и летят как бы как поверху, что ли, прыжками такими длинными. И сразу надо просто запомнить, где фантомы, а где не фантомы. То есть уже искать другие цели, которые на самом деле не фантомы, и пытаться их убить. Но это все хорошо, если, конечно, пси-пес один. Я по миссии находил всего лишь один раз пси-пса, и то их было сразу двое. И то они как-то неправильно на меня нападали, они не плодились таким большим количеством. И, в принципе, я их с легкостью с автомата расстрелял. Также ж я вот не помню, пси-псы или другие эти псевдо-псы, или как они там называются. Они чаще всего бегают в паре. Ну, то есть не сами, а как и все собаки, они собираются в стаи, что делает их намного опаснее. И хоть я вот сейчас вообще очень хорошо уворачивался, да, в первое время, но не устоишь против такого количества собак, особенно. Сами по себе, да, слепые псы вообще слабые, но в парочке с пси-псами просто очень сложно. Вот, видно было, вот эти вот, это все три, это все фантомы. А вот это оригинал. Я его следил за ним боковым зрением очень долго. Знающие игроки знают, что такое следить боковым зрением. Это когда на экране ты можешь следить сразу за 5-6 целями одновременно. Вот я нашел пси-пса. Он еще его легко обнаружить тем, что он убегает, в отличие от других псов, от фантомов, которые не убегают, а всегда пытаются на меня напасть и бить. Вот, в этот раз мне повезло, мне помогли напарники.
Ну, стадо всегда выруливает. Лучше вообще не связываться с этими собаками. Я когда проходил игру на тяжелом уровне сложности, я их пытался обойти. Вот. По ночам псевдопсы тоже крайне опасные, хотя у них видно глаза. Но у меня крутой ствол, хотя он мне не поможет. И можно было заметить, да, один из песиков закрыл глаза. Это его немножко выдало. Он закрыл глаза, наверное, для того, чтобы его не было видно ночью, как делают некоторые животные. Вот. И его можно вычислить. Последний противник, самый опасный, это химера. Она настолько опасная, что победить ее шанс вообще где-то в районе, я не знаю, 20%. И 80% она им, скорее всего, вас убьет. Это такая тварь, которая, в принципе, очень мало бегает, больше прыгает, делает прыжки туда-обратно. И по сравнению с бюрером, дерево не помогает. Потому что бюрер стоит и тупит, пока ты за деревом, да, то химера все равно нападает, она пытается обойти. И как бы ты ее вот так вот вокруг дерева аккуратненько не бегал, не прятался от нее, она все равно в скором времени тебя убьет. Можно, но вот как было видно, да, я стоял вроде бы за деревом, но она успела зацепить меня. При том, что когда она цепляет, она еще и сильно замедляет. Химера очень живучая, наверное, самая живучая после псевдогиганта, соответственно. Химера вообще с большущей легкостью убивает союзников. Буквально ваншотает таких вот слабых сталкеров, бандитов и так далее. И, соответственно, буквально ваншотает и игрока, если бронь не очень крутая. Я долго мучился, искал под нее тактику. Формально тактики нету. Просто нету. Есть возможность использовать, вот как вот против, да, бюрера, если ты на открытой местности и незачем, ну, нету зачем спрятаться, нету предметов нужных, то смерть стопроцентная. Просто стопроцентная смерть. Не выживешь ты в поле, как и против бюрера. Или против контролера. И даже если сильно аккуратничать вокруг дерева, шанс победить химеру вокруг дерева 50 на 50 как минимум. Химера уже убила двоих человек. Вот я сделал ошибку, выбежал в поле из-за укрытия, да? И все это, можно сказать, для меня летально. Если честно, я даже не знаю, как убить химеру с помощью ножа, либо в ближнем бою зажать. Если честно, я даже, как я обычно люблю делать, я ищу варианты неправильных ответов в интернете, да? И тут подсказок было, вопросов было очень много, больше, чем бюреры, контролеры и этих. И подсказок было много, и более того, все из них были исключительно как с помощью каких предметов можно победить химеру, то есть с помощью каких укрытий правильных. Подсказки что-то типа нужно, ну там по миссии нужно залезть на вышку, оттуда расстреливать со снайперской винтовки, либо еще там какими-то этими пользоваться хитростями, куда химера не может запрыгнуть. То есть хитрости все те, чтобы залезть в такое место, куда не могла залезть химера, запрыгнуть просто-навсего. Вот, я пытался на камень, не помогает, нужно что-то выше, нужно что-то намного выше, какая-нибудь вышка. Или что-то типа того. Опять я выбежал, и все, тут мне хана, тут явно было мне просто смерть. Да, можно химеру убить тяжелым вооружением.
гранатами не попадешь, а вот с подствольника или гранатомета вполне реально попасть. Вот я ее убил. Попал и убил ее осколками. У химеры, если по анатомии смотреть, у нее две головы и всех органов важных по две пары, как написано в Википедии. То есть поэтому она такая живучая. Но в принципе гранаты тащат. Также, естественно, против нее можно использовать какой-нибудь, я не знаю, ракетницу. Ну, гранатомет, подствольники. Ну, ракетницу, наверное, вряд ли, потому что она хоть и убойная. Ну, кстати, если ты не будешь прятаться, тебя не спасет никакой гранатомет. Ракетницу нет, а вот, допустим, пушка Гаусса, да? Гаусс-пушка. А я думаю, она вполне реально сможет победить. То есть, в принципе, для простоты, конечно, лучше с собой носить подствольник, штурмовую винтовку и парочку гранат. Ну, 2-3, думаю, будет достаточно. Вот. Все остальное оружие крайне неэффективно. Ну, конечно, наверное, еще есть вариант с пулеметом. С пулеметом, наверное, вполне можно. А вот дробаш второй по эффективности, и плюс вот разница между автоматом и дробашом, я потом покажу как с автомата. Разница заключается в том, что вот если использовать укрытие, то намного легче вылезти и сделать один выстрел с дробаша, да, чем вылезти и сделать 3-4 выстрела из автомата Калашникова, допустим, ну или из другого автомата. И так, чтобы меня не убили. То есть с дробаша немножко легче это делать. Вот, кстати, заметил такую фишку: чем меньше дерева, тем лучше. Лучше, конечно, для меня. Оно все равно мешает химере на меня напасть, но зато я могу быстро бегать вокруг этого дерева. Вся проблема в том, что по сравнению с толстыми деревьями, я не успеваю их оббежать. Если химера рядом, мне нужно сделать такой здоровенный круг вокруг дерева. Ну как здоровенный, он на самом деле маленький, но в борьбе с химерой он кажется просто здоровенным. Вот, я вылез, стреляю и прячусь. Кстати, можно видеть, что химера перед тем, как атаковать, она немножко как бы, формально сказать, кастует, да? То есть она не сразу прыгает, а делает небольшое приседание, да, такое еле заметное. Ждет где-то секунду или полсекунды, а потом начинает прыгать. Вот. В этот момент, конечно, можно успеть спрятаться. И как только видишь, что она замирает для прыжка, то нужно быстренько спрятаться, иначе следующий прыжок будет наносить удар, да, может быть фатальным. Вот, по сравнению с этим, вот я пробую зарашить. Ну, зарашить сложно. То есть, у меня было в идее подбежать и впритык ее убить. Ну, наверное, это не с того дробаша надо делать, это с чейзера нужно делать. Ой, чейзера, блин. С отбойника улучшенного, либо, я не знаю, с пулеметом. Автоматные патроны не очень эффективные против химер. Но это не означает, что нельзя убить химеру с автомата. Можно, просто что это небольшой геморрой. И много расход пуль. Невыгодно. Я считать, конечно, не буду, сколько пуль нужно, чтобы убить эту химеру. Но я думаю, ну, я не знаю, парочка магазинов точно улетит. На тяжелом уровне сложности за парочку магазин можно убить просто дохренище зомби или, я не знаю, монолитовцев. Вот, попытаюсь еще раз автомата, но очень сильно аккуратничать. Вот я вылажу, и вот у меня получается, что мне надо очень сильно далеко бегать вокруг этого дерева. Может быть, надо было к нему немножко ближе, но я за него начинаю цепляться, когда начинаю к нему ближе подходить. Ну вот, мне опять хана.
Все из-за того, что это дерево слишком... Не, выжил. Слишком большое. Может быть, с виду оно кажется, что я сильно туплю, но когда играешь сам, оно как-то оно неудобно. Это нужно просто попробовать. Мне как-то уютнее. Вот я делаю большую ошибку, я пытаюсь пробежать до другого укрытия, но мне повезло. Очень опасный противник. Если честно, это видео можно было назвать не, допустим, не так, как я его назвал, а как-нибудь... Как 20 раз умереть от химеры? Я, кстати, еще не все видюшки даже показываю. На самом деле я умирал от нее в разы больше. Раз 50, наверное. Я пытался понять механику. До того момента, как я, ну, в принципе, до дерева я додумался сразу. А вот я много раз пытался убить ее и с ножа, и, допустим, впритык ее убить. То есть, зарашить в чистом поле. Это самое кровавое побоище меня было. Вот, кстати, никогда нельзя терять химеру с виду. Я ее потерял. Это может очень сильно плохо... Плохо быть для меня. Всегда нужно за ней следить. Всегда должно быть что-то между вами и химерой. Какой-нибудь предмет, который она не может проскочить. И надо следить за ее костами. Оно видно. Вот если сильно присмотреться, видно... Блин, опять она пошла, убила союзников. Оно видно, что химера целится... Куда она целится? Она не может прыгать боком. Она всегда смотрит туда, куда хочет прыгнуть. Вот она притаилась. А, она уже умерла. Ну, не знаю, можно ли засчитать это победой. Хотя первую химеру, хоть она будет и раненая, да, химера. То есть... намного меньше у нее атаки, по-моему, и жизней, но ее мы приходим убивать толпой. А вторую химеру уже сам, хотя, если смотреть, допустим, по отзывам, как убить химеру, то много кто рассказывает, что нужно взять с собой людей, то есть подходишь к группе сталкеров, допустим, и просишь их, чтобы они тебя туда отвели ночью. Отвели именно в то место, куда тебе нужно. И тогда они, получается, помогут тебе в убийстве химер. Но, скорее всего, их всех убьют. Зато, пока химера будет убивать их, вы можете, собственно, убить химеру. Как было видно, в принципе, с пулемета зарашить химеру вполне реально. Но все равно она успеет пару раз ударить. С другого оружия, как зарашить, я не знаю. Попробую со снайперской винтовки. Ну, скажу сразу, будет крайне неприятная вещь. Немножко, конечно, легче, чем против Бюрера, потому что Бюрер снайперскую винтовку постоянно у меня забирает. Но, с другой стороны, химера достаточно быстро сокращает дистанцию. Ну, СВД у меня, естественно, не улучшенная. Кто смотрел мой гайдик про снайперские винтовки, тот знает, что она при этом становится крайне неметкой, но с другой стороны, она все равно неплохо. Вон, кстати, химера побежала слева, кто не заметил, но пока я играл, я не заметил, я был сконцентрирован исключительно на в центре экрана. В общем... Химера достаточно большая, попасть в нее со снайперской винтовки несложно. То есть можно взять снайперскую винтовку и не улучшенную. И все равно будешь попадать. Как, собственно, я и попадаю, судя по брызгам крови. Опасно, опасно. Если честно, в этом бою мне крайне везло. Много-много раз везло. Как будто химера знала, что у меня снайперская винтовка, и всегда пыталась как-то разорвать дистанцию. Хотя бывало приходила и впритык. Упс. Скажу честно, камушек не самая лучшая
лучшее укрытие. Хотя, возможно, в случае со снайперской винтовкой, может и неплохое. Кстати, в первый раз вижу, чтоб химера так долго бежала именно не прыжками, а бегом. Мажу, мажу. Вот как было видно, там неплохо, что она в любом случае промахнулась бы, потому что прыгала немножко дальше. В общем, со снайперской винтовки лучше, конечно, стрелять как по гайдам, которые рассказывают, рассказывают люди. Залезть не нужно на какую-нибудь вышку или на какое-нибудь здание, либо как-нибудь залезть так, чтобы быть намного выше, чем успевает прыгнуть химера. Вот. А теперь расскажу настоящую систему. Вот я только что указал на кусты, да? Этот секрет мне подсказал один украинский солдат, который будет воевать у меня в конце боя против армии химер. Вот. Это кусты. Почему-то химеры, я не знаю почему, боятся кусты. И не то чтобы боятся, они не могут сквозь них прыгать. Они считают, что это укрытие. Хоть сквозь них можно стрелять и бегать, все равно они не могут на меня сквозь них нападать. Вот пока я стою в кустах, химера будет прыгать куда угодно, но только не в кусты. А я иногда могу вылазить, стрелять в нее. И, собственно, убивать. То есть это самая-самая мощная тактика, которую я вообще придумал. Самая удобная. То есть химера никогда не может от вас убежать далеко. Химера всегда будет вокруг вас, вы ее видите и слышите. Вы в нее можете стрелять, а она вас бить не может вообще. Вот такая вот система. Главное далеко от кустов не убегать. С такой тактикой можно, конечно, ее убить. Даже с пистолета, хотя я даже не знаю, где столько патронов найти. Я думаю, вот что неэффективно против химеры, так это пистолет. Вот, легко и просто. Кого интересует такая тактика, пользуйтесь, ради бога. Главное найти место, где есть кусты. Но, к сожалению, кусты есть не везде. Вот, хочу рассказать также, как я по миссии проходил. По миссии второй, да? Мне попалась химера, и я как-то ее убивал возле двух ворот. Вот они были очень сильно похожи на вот эти деревья. И, ну, по сравнению с этими деревьями, конечно, ворота намного больше. Вот, и получается, химера могла убить меня только если попадет именно между этими двумя воротами. Просто по-другому не получается. Ну, здесь я, понятное дело, сдохну, потому что это не ворота, а там были ворота. А еще есть такой вариант, ну, то есть, когда она пробегала все-таки сквозь эти ворота, я спрыгал в них и получался с другой стороны ворот. И мне, в принципе, вполне реально получалось ее победить. Второй вариант – это в зданиях. В зданиях химеры крайне легко убиваются. Мне как-то попалась химера, которая была уже в здании. Вернее, она туда запрыгнула, но выпрыгнуть оттуда уже не могла. Вот, и я ее убивал сквозь окна. Вот, то есть она была внутри здания, а я был снаружи здания, и я просто залазил в окна, ну не залазил, а смотрел в окна и стрелял в химеру. Это была слишком легкая смерть у химеры. Тут немножко посложнее. И в любом случае это не означает, что ты прям вот если ты в здании, да, то она тебе ничего не сделает. Здание — это не кусты. Это в кустах она тебе ничего не сделает, да? Если она запрыгнет внутрь здания, и ты внутри здания будешь, то это будет крайне неприятно. Ну, формально, вот, как видно, можно, да, наносить ей урон, и при этом она тебя вроде бы как не убьет. Но всегда есть шанс, и, блин, он всегда подлый такой шанс, да, когда она все-таки может либо зацепить тебя, либо вот прыжком попадет прямо внутрь здания и все равно тебя убьет. Вот, тот как вот сейчас. Рандомный случай. Но я показал все равно, что можно убить химеру в зданиях. И это будет намного легче, чем в поле, вокруг дерева или вообще без ничего. И, кстати, кто не помнит, химеры по квестам
бродят только по ночам. Поэтому, соответственно, убить химеру ночью намного сложнее, чем днем. Но, опять же таки, ночью можно использовать все те же самые правила по убийству химеры, что и днем. И какого правила я сейчас не соблюдаю? Правило то, что, во-первых, химеру даже днем сложно убить в чистом поле, да? А ночью тем более. То есть меня шанс победить химеру у меня был абсолютно нулевой просто. Другое дело, конечно, если есть препятствие, то нужно всего лишь делать то же самое, что обычно делаешь, когда химера, ну, как и днем, так и ночью. Делай то же самое, что днем, только ночью. Я тут специально особо не стреляю, пытаюсь повыживать. То есть мне важно не убить химеру, а посмотреть, как можно от нее прятаться. Вот. Как использовать укрытие, как использовать союзников. Союзники умные. Обратите внимание, союзник стоит в таком месте, где в принципе он может спастись от химеры. Это какие-нибудь ворота или еще что-нибудь. Как только видите химеру, нужно за что-нибудь спрятаться. А лучше бежать к союзникам и вести их с собой. Это будет крайне эффективно. Хотя, такое нужно делать, если вам не нужны союзники. Если вы хотите, чтобы химера их поубивала. Потому что она именно это и сделает. Нужно крайне много этих бойцов, чтобы убить химеру. Она просто прыгает и убивает всех. Бывает и такое. И закончу это видео я, как всегда, дуэльной битвой монстров против людей. В данном случае украинская армия, да, в размере 15 человек против столько же количества снорков. Хотя, мне кажется, снорков здесь меньше. Если честно, видео я сам снимал очень давно, а озвучиваю его только-только сейчас. И поэтому конкретно я не помню, сколько там снорков, но можно, в принципе, прикинуть, что да, их где-то в районе 15 штук. Так уж получилось, что снорки упали прямо на голову армии, да, и поэтому, как я уже говорил, что снорки крайне эффективны против НПЦшников, потому что те мало двигаются, хотя я двигался много, мне это не спасло. Можно считать, что это была ничья, потому что, собственно, умер я. Армия не справилась с тем, чтобы защитить меня, ихнего командира. И поэтому бойцов будет теперь 20, а снорков будет примерно, опять же таки, наверное, где-то в районе 15, может быть даже 20, не знаю точно. Ведь чем больше украинской армии, тем, собственно, больше они могут убить, даже если это псевдогиганты, количество все-таки тащит. Ну, как я уже говорил, в принципе, даже я могу убить троих снорков спокойно, а возможно даже больше. Если так посложнее, да, то можно 4-5, может даже 6. В общем, я даже не пробовал, сколько количества снорков одновременно я могу их убить, но дело в том, что их столько в игре обычно не бывает. Солдаты свои четырят, как видно, да? Сидят в кустах множество, но тут можно считать, что солдаты победили. Не расходитесь. Итак, опять же таки 20 солдат против, естественно, кровососов. Но не думаю, что я поставил 20 кровососов, скорее всего их меньше, штук 15, наверное.
честное слово, не помню уже. А может и 20. Да нет, наверное, меньше все-таки. Хотя, кто помнит, кровососы достаточно легко убивают людей тоже, потому что те так же само не могут от них отпрыгивать. С другой стороны, они очень эффективно их слышат, и поэтому всегда стреляют в кровососов так, как будто те вообще не замаскированные. Но, кажись, все-таки армия победит. И мне кажется, не только химеры боятся кустов, хотя, мне кажется, кровососы намного лучше лазят. Да, они лазят по кустам и убивают этих вот кустарных бойцов. Битва крайне тяжелая и очень долгая. Одна из самых, наверное, долгих, что у меня были. Бой явно практически честный. Силы равны. Бойцов осталось вроде штуки 6 у меня. И кровососов штуки 3, наверное, да? Еще один боец пал. Прикрываю! Ну давай, боец, живи. Есть, да? Да, осталось 4 бойца у меня. Ну, формально, украинская армия победила. Ничего не скажешь. Я даже в какой-то момент сомневался. Уже думал убегать. Ну, я слухаю. Ну, судя по всему, остались в основном, конечно, снайпера, но... Хотя есть вот... автоматчики. Цикава щелчева за пазухою. Давайте, давайте, мародерьте. Со своих братьев снимайте шмотки. Вот ты снимаешь. Сброя его пустые. Итак, опять же таки 20 солдат. Против химер. Ну, химер я точно много не делал, потому что, ну, они реально много сильнее. Предположим, что химер штук 10. Потому что их реально не сильно много. Тут надо прыгнуть и сидеть тихо, иначе химеры увидят меня. Вроде бы как они меня не видят. Ну, все знают секрет украинской армии. Это сидеть в кустах. И убивать химер оттуда. Поэтому у химер не было шансов. 9 солдат остались живых. Сброя его пустые. 40 солдат. Хотя почему-то пик пишет, что 38. Видимо, не ошибся. Но на этот раз химер. Штук 20. Судя по всему, как быстро умирают солдаты, а их уже осталось меньше 20. По-моему, мы проигрываем.
13 солдат. А химер все еще до хера. Десять солдат. Тут я уже запаниковал и решил, что все-таки нужно уже план Б. Это спасайся сам, бросай людей. Но на то время я еще не знал, что есть такая сила, как кустарный боец, который непобедим, который может даже в одиночку убить сколько угодно химер. Просто сколько угодно. Химер в данный момент больше, чем солдат. Я, в принципе, насчитал сколько раз. 2, 3, 4, 5. Где-то в районе 5 солдат живых. Но особо кустарных. Или 6. Как видно, что химеры ничего не могут сделать с этими бойцами. Ну, к сожалению, бой будет долгий, потому что в основном в кустах там остались снайпера, которые имеют еще свойство мазать. Вот этот мой, кстати, самый героический чувак. Он вообще как бог тащит. Просто тащер, просто тащер. Этот по центру, который ходит. Один такой воин может убить просто сотню химер. Пускай и за несколько часов, но все равно. Легко. Было бы это MMORPG, он бы их просто вкачивал бы всех. До тысячного левела просто. По-моему, он еще и с автоматом. Да, вот именно вот этот чувак рассказал мне, как убить химер. И я потом перезаписал видюшечку и показал вам. В принципе, я, чтобы время долго не терять, потому что, мне кажется, это будет долго, я решил все-таки пойти против принципа украинской армии и пойти и резнуть одного из своих. Спасибо, друже. Ну, только для того, чтобы он больше они успели убить. Ну, к сожалению, пока это сделал, тащер уже всех убил. Вот так вот. Какой-то нереальный вообще поступок сделал, как главный генерал. Я не знаю, помог своему, бред какой-то. Итак, 20 штук солдат против псипсов. По-моему, псипсов тоже штук 20. Но, блин. Если каждая из них может по 2-3 еще добавить, то их уходит очень много. Штук 60, наверное. А то и 80. Кстати, как видно, они еще и какую-то то ли радиацию, то ли непонятно, что они делают. В общем, по мозгам бьют. Ну, тут без шансов было, конечно. Ни я бы не выжил, ни 20 солдат. Поэтому нужно 40 солдат. И лучше подальше отбежать. Если прошлый бой был немножко, не прошлый, а позапрошлый с химерами, да, который последний был немножко читерный, читерная победа украинской армии, то здесь, собственно,
Здесь немного читерят все-таки песики. Из всех солдат у меня осталась уже половина. Мне кажется, я немножко неправильно считал, их было не 20. Там дело в том, что, по-моему, 2 или 3 сталкера еще ходило, их, мне кажется, было штук 15. А если 15, то это по 3 каждого типа солдат. От новичков до мастеров и снайперов. Ну, судя по всему, осталось на индикаторе 2, хотя я вижу больше. Опять же таки, те же самые кустарные бойцы. Но боюсь, собакам плевать, что ты кустарный боец, они тебя все равно загрызут там. И, кстати, в игре, как всегда, есть багнутые места. Кстати, кто играл в Готику вторую, может, помнит. Я недавно поностальгировал, даже посмотрел видюшечки про Готику вторую. Там есть такой мостик во второй локации, на который можно было встать и спокойно оттуда убивать орков. Они почему-то не могли на него забраться. Такое же самое место я случайно нашел и здесь. Я стою здесь, и, собственно, песик не может до меня добежать. В то время как я могу их отсюда убить всех просто. Хоть я этого и не делаю, потому что нет в этом смысла. И генералы сами руки не морают, для этого есть специальная армия обычных солдат. И тут я экспериментировал, чистый эксперимент. Мне интересно было, фантомы убивают или нет. Ну, походу, все-таки убивают. Итак, я выбрал место другое, 60 солдат. Я начитерил, конечно, потому что это не простые солдаты. Это 30 элиты, 30 мастеров и 30 снайперов. Ой, 20 элиты, 20 снайперов и 20 мастеров. То есть топовская. Топовые армия. Ну, формально топ-армию не победить. Хотя... Я вот просто не помню, сколько там песиков было. Я думаю, штук все-таки 20 сделал, наверное. Тут без шансов. Тут одни только снайперов тащили, мне кажется. Хорошо, потеря всего лишь 8 человек. Для украинской армии это нормально. 8 человек потерей. Поэтому я создал еще армию, то есть еще столько же, и положил их прямо на солдат. ФПС немножко проседает вот так в этих моментах, потому что на самом деле там получается очень много фантомов. И солдат достаточно много. И так я потерял еще 10 человек. Даже сколько? 12 человек потерял. Но все равно армия тащит. Так что можно сказать, что во всех этих битвах люди все равно побеждают монстров. Я не считал там какой счет, но в любом случае мы победили. В принципе, я уже сделал обзор всех монстров, которых реально опасны. Я же не буду делать гайд, как убить, я не знаю, слепого пса, или плоть, или кабанчика, потому что в этом нет смысла. Я показываю только опасных монстров и достаточно редких. Молодец, блин, буснул своего. Здорово, я слухаю. Как это по... украинско-армейский. Вот я умничка, я всех порезаю. В общем, видео я, наверное, дальше, ну, про монстра уже снимать не буду, потому что обзор сделал всех. Единственное, конечно, что я, наверное, сниму еще видео про
пистолеты, но там очень мало, и, собственно, показывать нечего. Я просто буду здесь, как бы, рассуждать, нужны ли вообще пистолеты в игре, и покажу самые лучшие пистолеты, которые, в принципе, нашел. Все остальные, в принципе, так себе, вообще не нужны. Вот, и что еще скажу, буду, наверное, уже после этого уже снимать исключительно прохождение на уровне сложности мастер, да, то есть на самом высоком уровне сложности пройду игру. Спасибо, просто я затягивал с этим долгое время, потому что хотел все-таки показать гайд про Химер, потому что буквально в первых сериях у меня уже будет квест на Химер, и вначале хотелось показать, как их убить, а потом уже, собственно, убивать в самой игре, в прохождении. Вот, так что, если что, ждите прохождения. Возможно, скорее всего, это будет какой-то отдельный плейлист, или может прям здесь, не знаю. Так что, всем пока.